Про скотч тоже вот тут у меня идея виднее, по идее так и делается, я имею в виду, как можно сделать. Вот чтобы особо не запачкать, вот так вот берешь его, просто приклеиваешь. Вот. Обычный малярный скотч. Да. И вот здесь тоже так же вот, с этой стороны. Его приклеил. А потом просто заполняешь там шпаклевкой и все. А потом ее раз отдираешь. И уже не надо от плитки очищать. Да, ну там вот иногда где-то у меня вот есть. Вот, смотри, давай покажу вот здесь вот, вот. Я здесь не очистил, вот смотри, видишь, вот линия какая. Слушай, она и интереснее смотрится. Так вот я про это и говорю, что тут разнообразие такое. Это вот все скотчем я делал. Вот видишь, вот они. Вот тоже, смотри, обрати внимание, видишь? Вот. Это полоса. Ну даже интереснее говорю, еще можно даже добавить, расшить немножко. Да. Ну все, продолжаем.